Компания «Северсталь» получила два дополнительных участка земли в Сургутском районе общей площадью 0,7 гектара. Такое решение приняли на последнем заседании Совета по инвестициям при правительстве округа. Участники примыкают к месту, где металлургический гигант совместно с итальянской компанией строит трубный завод. Несмотря на пандемию, проект реализуется по плану, заверяют в компании. И новые территории переданы инвестору в рамках соглашения, ранее заключенного с правительством Югры. Запуск завода намечен уже на следующий год, а выход на полную мощность в 2024 году. Завод будет выпускать 300 тысяч тонн электросварных труб для нефтяной промышленности в год. Работать здесь будет около 500 человек.